Давайте еще раз вспомним, как берется молот. Теоретически мое движение, его движение в меня. Я ухожу с линии, беру захват. Некоторые делают это, происходит смена ног. То есть мой партнер стоит, а я вокруг него суючусь. Если это будет вот это состояние, у вас уже не получится взять захват. Поэтому, уходя назад, вы должны это фиксировать. Вы должны знать и слабые, и сильные стороны захвата. Поэтому просто, когда вы взялись, это не совсем понятно в будущем для вас. Поэтому вы сначала учитесь правильно атаковать. Теперь смотрим, что происходит. Вот это плечо идет вот сюда, там, где у него нет третьей ноги. Важно сделать так, чтобы тело нагружалось одинаково на обе ноги. Пожалуйста, подумайте именно о ней, поработайте именно с ней. Та рука, помимо, она работает, вот локоть, видите, и пошла сюда. То есть у него, опять же, если я буду работать вот отсюда, у него рука прямая. Вот. Поэтому две руки, две проблемы. Вы должны работать как с одной, локтевой сгиб, так и с другой. И вы здесь упор. Продолжаем мой своего партнера с помощью вот эту сейчас руку отпусти, с помощью вот этой точки выводить. Эту отпусти, выводить. Когда партнера вывел, начинаю него. Я в этот момент расширяюсь. Ушел. Эту отпусти, эту держи. Отпусти. Вниз. Проваливаю. Вытягиваю на шаг. И потом двигаюсь вперед. И второй вариант, когда вы к локтю подходите сами. Принять. Момент проходили, захват. Как только я теряю захват, ну, как бы он теряет, я, мое действие. О, вот он сейчас. И тогда уже мой момент здесь. Вытащили его вперед, вперед себя. Потом уже движение. Вашу руку могут забрать вот так вот. То есть здесь уже достаточно сильная блокировка. И вот, чтобы этого не произошло, во время сближения и вращения, вниз. То есть если я хочу сейчас атаковать его ногой, он в этот момент работает с моим верхним корпусом. То есть вот, мысль понятна, а если будет другая стойка, то мне здесь очень комфортно. Вот именно до этого момента. Просто поработайте на том, как вы выводите из равновесия. Уходите вниз. В таком варианте ваше тело уже впереди. А рука и его центр, ничего с ним не происходит. Мысль понятна? Потом вы догоняете это все, сопротивляйся. Вы хотите догнать это все, вот это сила, и ваш не получается. Слини параллельно атака. Слини параллельно атака. Раз. Колено в районе головы, перехват, замыкающее колено. Первый вариант.
Атака. Второе.